Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем... Я купила вот такие вот стаканчики вафельные в АТБ. И будем их фаршировать творогом с клубничкой. Во-первых, в творог мы добавляем сметану. Добавляем здесь 3 ложки сметаны. Хорошо перемешиваем. Чтобы была вязкая такая масса без сахара, потому что мы будем использовать сгущенное молоко. Так, сгущенное молоко мы добавляем понемножечку на самый низ, самую малость. Затем мы добавляем творог. Вот так. Затем мы украшаем клубничкой. Вот так как-то. Немножечко вот так. Вот так. И вот. И вот так, да? Примерно так. Но это еще не все. Вот так получается. Вот так мы нафаршировали наши корзиночки. Здесь по одной ягодке, здесь я так украсила клубничку. Я еще раз напоминаю, что вниз мы полили сгущенное молоко, потом творог со сметаной и сверху клубничка. И последний штрих мы немножечко посыпаем сахарной пудрой сверху. Как будто так снежком посыпано. Вот так получается. Красота. Такой десерт. Очень вкусный. Приятного аппетита.